В рамках реализации совместной программы Европейского союза и Германского общества по международному сотрудничеству национально-рамочная концепция по управлению водным хозяйством и интегрированному управлению водными ресурсами проведено мероприятие с участием представителей Министерства водного хозяйства Узбекистана. В рамках совместной программы Узбекистану было передано 6 экскаваторов и 6 грузовых машин. Экономичные, с высокой производительностью, удобные и комфортабельные. Все это можно отнести к новому приобретению. Оборудование послужит инструментом совершенствования работы 6 бассейновых подразделений Министерства водного хозяйства. Это отметил и глава делегации Европейского союза в Узбекистане Эдуард Стипрейс. Важно воду рационально использовать, чтобы вода доходила до полей, чтобы она орошала их, не терялась бы вот в процессе ее транспортировки. Поэтому очень важно вот систему орошения, систему ирригации поддерживать в рабочем порядке. И вот для этого эта техника, она и необходима. Я думаю, Министерство водного хозяйства Узбекистана сможет этот опыт распространить на остальные регионы. И, может быть, передовые методы управления водным хозяйством, в модернизации непосредственно самой сети ирригационной и распространить на всю территорию Узбекистана. Данное оборудование открывает новые технические возможности и позволит улучшить эффективность проводимых в сфере работ на 40-45%. Если ранее для того, чтобы выкопать арок или канал, уходило до 1,5 месяца, то сейчас при помощи закупленного оснащения время сократится вдвое. Главным партнером программы является Министерство водного хозяйства. Вносит свой вклад в ее реализацию и международные партнеры. Цель программы – разработка национальной концепции по управлению водными ресурсами путем совершенствования нормативных инструментов для их соответствия международным стандартам.